Никита, как оценишь сегодняшнюю игру? У команды получилась сверхволевая победа. Что стало фактором этого? Вот, что команда после 2-0 вернулась в игру? Первый период полностью провалили. Тренер просто нас перерыв поправил, указал наши ошибки, добавить, что сделать. Добавили, сделали, вот результат. Пропустили очень быструю шайбу. С чем это связано? Не вошли еще в игру? Ну, наверное, потерять концентрацию. Лицом прощелкали, вышли и все. Хорошо. Расскажи, как шайбу забивал первый раз? Просто бросил. Это была какая-то заготовка? Нет. На что попросил тренер внимание обращать в прерыве? Были какие-то перестроения, либо это просто та же концентрация? Ну, во-первых, сказал играть более жестко, активнее, везде прессинг, навязывать борьбу, играть в тело. Что можно сказать по поводу соперника? Насколько вот Сахалин сильная команда? Почувствовали это вот, после даже молодечно? Да, очень-очень быстрая команда. Мастеровитая, в пас играют очень хорошо. Когда все там друг под друга открываются, все здорово очень. Насколько она отличается от команды белорусской экстралиги? Чувствуется уровень другой? Ну, чувствуется немножко другой уровень, потому что больше возрастных футболистов, более опытных. За матчем юности сегодня смотрели? Ну так, в последний период, там, немножко. Какие юности впечатления? Какая-то картинка сложилась? Пока еще нет. В субботу сыграем, тогда уже. Завтра матч «Динамо». Это самый сложный матч будет или все-таки? С юности. Я не знаю, мне кажется, все соперники одинаковые на этом турнире. Последний вопрос. Болельщики по хоккею соскучились. Соскучились и хоккеисты. Сколько было приятно с ними видеть Ледовый дворец, поддержку фанатов. Очень приятно, как всегда, болельщикам на свете.